Ненецкий округ вновь лидирует в рейтинге рождаемости. За 6 месяцев в регионе зарегистрировано 343 младенца. За такие показатели Министерство труда и социальной защиты России включило округ в список регионов с высокой рождаемостью. Лидерами первого полугодия стали Калужская, Новгородская, Тульская, Московская области, Ненецкий округ и Севастополь. В этих регионах рост числа родившихся превысил 4%. По мнению руководителя министерства Максима Топилина, рост числа родившихся обусловлен последовательной реализацией демографических мер, среди которых материнский капитал. Ненецкий округ также отметили и среди регионов, лидирующих по показателю снижения смертности. Темпы снижения числа умерших свыше 1,5% зафиксированы в Дагестане, Тыве, Рязанской и Московской областях.